ртуть – очень ядовитое вещество и быстро испаряется. Поэтому первое, что надо сделать – открыть окна. Шарики ртути собираем слегка влажной губкой. Ни в коем случае не трогаем ртуть руками. Также это можно сделать салфеткой. Салфетку также необходимо положить в банку. В тех местах, где достать невозможно, можно пользоваться грушей. Все, чем работали с ртутью, губка, спринцовка, салфетки, убираем в герметичную банку. Закрываем ее, тщательно моем руки с мылом. И что теперь делать с этой банкой? Теперь надо позвонить в штаб гражданской обороны своего района. Приедут специалисты и заберут банку.